Всем привет, ребята! Вы на канале Полина Айс. Меня зовут Полина, и я наконец-то выбралась на природу. Я сейчас нахожусь в деревне у бабушки, так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам сейчас покажу, что вообще у нас тут есть. Давайте начнем вон оттуда, вон там вот. Это, как я уже сказала, деревня. Деревня моей бабушки. И вон там вот дом наших соседей, с которыми мы прекрасно общаемся. Тут у нас такой овражек. И, блин, тут очень круто прыгать, бегать, гулять. Вот. Тут также наши соседи. Вон дом. Это дерево. Это нереально крутое дерево. Просто это дерево, на которое постоянно лазит. Так, дальше нас идет вот такой вот дом. Давайте зайдем сюда. Тут вот такой вот нереально клёвый овраг, который нас огромен. Как тут круто. Даже подойдем поближе, тут осколки валяются. В общем. Да, вот это там строится. Выше только небо, актуально этим летом и... Я уже прошла довольно-таки далеко, то есть вон там вот я была, где-то вон там. Сейчас я нахожусь почти в самом конце этой деревни. Тут очень красиво и строится дома, блин, круто. Вон там вот тоже очень классное дерево, вот там. Вы его, скорее всего, не видите, потому что тут очень ярко светит солнце. Но для меня вот этот домик нравится. Вот это тоже красиво. Посмотрите, тут нереально. Просто вот если сравнить с городским воздухом, этот воздух просто настолько чистый, настолько свежий, что просто не передать словами. Хоть сейчас и клещи на Полине как бы уже. А, да. На Полине как бы уже привыкла вот эта Полина ко всему. Смотри, какие тут крутые лужи, по которым я не могу прыгать. Ну, все-таки клёво. Клёво иметь вот такое вот место, там где нереально свежий воздух. Это просто супер. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал прямо сейчас. И всем пока!